ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет замечательное видео о покупке новой масти бельгийской лошадки. Я очень ждала эту масть, как только узнала о ее выходе. Сегодня меня будет сопровождать моя началочка, небесный ястреб, и мы будем покупать серого в яблоко бельгийца. Это, кстати, первый бельгиец на моей основе, на основном аккаунте. Вот, так что сейчас мы его купим, и я буду безумно радоваться жизни. Потому что, ну, он очень красивый. Хотя, на самом деле, его первоначальный спойлер мне нравился больше. Он был более светлым. И грейвы с хвостом тоже были светло-серые. Но все-таки я нацелилась на его покупку. И даже после того, как он изрядно так потемнел, мне кажется, хуже он не стал. Тут все, как я люблю. Белое пятнышко на мосе, розовый носик, серый в яблоко. И я люблю, если гольфики на все ноги. Вот в этом случае я обожаю гольфики. А тут такое сочетание, что ну, невозможно отказаться. Да, сегодня я его буду называть на английском языке. И я мечтала бы его назвать фаворит. Ну, как-то похоже. Поискала, посмотрела на английском языке. Нету ни фаворита ни в одной ячейке, ни в другой. Отчего я очень сильно расстроилась. Но потом, лазив по, скажем так, буквам, по списку, я обнаружила кое-что еще более интересное. Так, для начала нужно только решить, какую прическу ему делать. Я, конечно, могу пока оставить его с корешечкой, но я вот думаю, может быть, ирокез ему сделать. Или не надо. Или все-таки... Вот я не могу решиться. Хвост не меняется, по-моему, вообще? Да, хвост вообще не меняется, вот только в косичках, когда вот тогда меняется. Ой, кем бы тебе сделать? Ирокез все-таки или корешечка? Я вообще об этом не подумала. Как-то я не подготовилась. Так, как же тебя назвать, дорогой ты мой дружочек? Ой, точнее, какую стрижку выбрать? Имя-то я тебе уже придумала. Я смотрела на Пасофина список имен, чтобы вообще сюда не подъезжать ни капельки, ни на метр ближе. Наверное, пока что я его оставлю с корешкой. Потом все равно, если что, докупать. Да, потом докуплю, если захочу в итоге сделать ему стрижечку. Так, персонализация. Я даже анимацию не смотрела, хотя я знаю, что бельгиец красивый, у меня уже есть бельгиец на неоснове. Это будет жеребец взрослый. И назову его... Вот, да, видите, у меня уже поисковик сохранился. Fly Light. У меня очень интересная история, связанная с вот таким вот ником Fly Light. У меня был песик, собака, пес такой хороший, западносибирская лайка. Его я назвала Лайт, и он отзывался. Но назвала его, потому что он был, когда прибежал к нам, светленький, такой легенький, худенький. А потом вот, кстати, превратился примерно вот в это же, только более матерый. И когда-то, когда я создавала свой аккаунт для World of Tanks, я почему-то решила себе сделать там ник именно Fly Light. И в итоге он, кстати, рабочий, до сих пор жив. Правда, я его отдала родителю, вот, я не знаю. Но вот сам факт, что вот именно Fly Light у меня ассоциируется с уже ушедшим из моей жизни, к сожалению, шикарного песика. Вот, мои соклубовцы знают его как цокающий песель на фоне, во всех тренировках и все прочее. Так что считайте, я его буду материализовать у себя в конюшне. За 850 старкоинцев, бельгийское третье поколение, взрослый жеребец. Покупаем. Так, Fly Light. Да. Я
Я сейчас заплачу. Я буду его. Я буду плакать, но я его буду называть Лайтуша. Как пёсику. Он реально похож на него. Соклубники, если вы это смотрите, не плачьте, пожалуйста. Но это будет Лайтушка. Лайтуш. Fly light, light. Ой, все это. Это, я не знаю, это, наверное, плохая идея, но вот прям вот тянется мне его так назвать. Все, мы его отправили в конюшню. Потратили СК. Но зато потратили их от всей души. Отправляемся к нам в конюшню, к Даникам. У меня, кстати, сейчас там есть свободное место. Я не специально, но он должен будет стоять в Данике. Так как у меня большинство лошадей все-таки на пастбище было отправлено. Где? Ладно, я не буду. Я знаю, что он не здесь. Он не здесь? Нет, он не здесь. Он где-то там, в центре. Он где-то в центре. Так. Ястреб, на тебе я пока амуницию оставлю. Так, бежим, 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 бежим. Бежим. Я его вижу. Я его вижу. Он встал рядом с благородным вихрем. Здравствуй, флайлайтик, Лайтуш. Здравствуй, мой хороший. У меня прям мурашки по телу. Ну, да, все, Лайтуша, Лайтуш. Можно, пожалуйста, разработчики, вы добавите сюда еще одну табличку ниже, в которую можно дописывать заметку к настоящему имени а-ля прозвище. Не официальное имя, а вот кличечка, ласковая, я не знаю. Да, почему ты... Какой ты хороший. Ты просто солнышко мое, любимый конь всего. У меня теперь... Это кто? У меня есть Дзюня, северошвед. Вот, кстати, да, вон она стоит там напротив. Опять же, то ли спит, то ли ест. И теперь еще есть Лайтуш. Ну, давай мы на тебя сядем. У меня амуниции с собой нет для тебя. Цокающий Лайтуш. Какой ты красивый, какой ты хороший. Так, я извиняюсь, меня просто очень раздражают менюшные буквы действий. Какой ты замечательный. Я очень счастлива. И даже плакать действительно хочется, но от радости ни капельки не жалею. Ох, так, что же, блин? А на тебя же можно надевать новое все. Ну, я, наверное, пока вот так вот все сделаю. Что у меня там по нагавкам или по бинтам. Где? Это или вот это. А я не знаю, светло-голубые, кстати, есть. Если у меня нету светло-голубых. Ой, какие цены-то, я даже не знаю, покупать или нет. Просто вот сейчас я хочу на них. А знаете что? Это мой второй официальный конь на персонажа. Именно вот с кличечкой, с ласковой, с очень сильной привязанностью. Я на него потрачусь, мне не жалко. Так, все. Других никаких вальт. А, вот еще один. А это войсковый. А я купила конкурный. И 2017 год поиска получился. Но. Я не знаю, что делать. Так, ну. Ладно, я потом, наверное, куплю. Потом. А чего тянуть? И так все это покупать. А вот это тоже мне, кстати, нужно. Я все никак не куплю. Ой, и все. Вот, да, было 2 с чем-то тысячи, стало меньше 2000 СК. Все нормально, так и надо. Не переживаем, все хорошо. Так, а уздечку я... А седло, верни мне седло, пожалуйста. Вот, отлично. Так, и уздечку я сейчас, наверное, не найду. Уздечку от этого седла. Наверное,
А, это вот так, по-моему, было. Так, где уздечка? Это коричневая. Что за седло я на тебе вообще надела? Так. А, вот голубое сюда. И черное. Куда я дела все черные седла? У меня их хоть это черпаком набирай. Подковы-то я уже. Подковы я сейчас не найду, это я точно знаю. П-п-п-п-п. А, вот на Пасофина есть. Так, стоп, это войсковые. А где конкурсы? Потеряли. Я потеряла седла впервые. Впервые седла потеряны. А на ком? А, побежали. Не-не-не, подождите, у меня же черные седла были. Так. А, на тебе тоже, что ли? Да, тоже выездковая. Так, а где тогда? Так, тут нет. Тут тоже нет, это я знаю. На вас тоже нету. Я знаю, это ты. Да, вот. У меня два. Нет, это разные седла. Я, значит, уздечку потеряла. Кроме всего прочего, я еще потеряла уздечку. Так, это подковы 2-2-2. Ну пусть, ладно, на нем будут. Ну, ладно, потом разберусь, потом все найду. Так, сюда, сюда. Ой, какой ты красивый! Просто, ребят, я в восторге. Я вот, наверное, теперь еще один постоянный конь. То есть Зюня до этого чаще всего как бы выступала моей лошадью аккаунта. А вот теперь ей придется еще потесниться, чтобы Лайт мог вместе с нами быть. Ой, да-да-да-да, сейчас комплект какой-нибудь простенький, надо одеть комплект. Так, перчатки, у меня проблема с перчатками. Куда я делаю все перчатки? 11-е. Во! И что еще? И шлем черный. Я прям, я сейчас реветь буду. Наконец-то! Я, не то, что я так сильно хотела бы бельгийца, мне без него было нормально. Не потому, что у меня на другом аккаунте есть бельгийц, я редко туда захожу, а потому, что у меня есть теперь бельгийц, и он серый в яблоко. И знаете, пожалуй, корешка пока что будет при нем. Какой ты класс. Ой, все, ребят, поздравляйте меня, я с бельгийцем, я теперь с бельгийцем, которого надо будет качать. Ну, а анимация, ой, все, боже, на основе появился новый конь. Да, все, теперь все будет замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео, что участвовали в покупочке очень важного для меня коня. Так что знакомимся. Flylight. Ласково Light, Лайтуша, Штуша, может быть, кстати, если у него здесь будет очень такой игривый характер иногда, или озорной, он будет Штуша. Да, наверное, кстати, и Штуша тоже будет ласково именоваться. Вот. Так что буду потом постепенно его качать, буду на нем кататься. И надеюсь, вы будете теперь чаще меня видеть именно на нем. Ну, по крайней мере, ближайшие, наверное, несколько недель, пока я потихонечку буду наслаждаться ездой на этой замечательной лошадке. Ну, а на этом все. И я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. Боже, я реально чуть не плачу. Я настолько прям растрогана. Ой.